Пример задачи, над которой многие мучаются, но на самом деле мало кто может сказать, что в ней не так. Исходя из площадей прямоугольников, которые даны, из сторон 6, 4 и 5 сантиметров, нужно сказать, чему равняется площадь прямоугольника, закрашенного серым цветом. Понимая, что если тут сторона 5, если мы найдем вторую сторону прямоугольника, мы закончим задачу. Также понимая, что здесь 18, площадь, а здесь 6, эта сторона будет 3 сантиметра. Также понимаю, что здесь площадь 8, а здесь 4 сантиметра сторона, вторая обязана быть длиной 2. А дальше самое интересное. Если площадь этого прямоугольника 10, на самом деле можно подстроить так, чтобы все выполнялось, если здесь сторона будет 1 сантиметр. Хоть да, по рисунку это 2 и 2. А вторая сторона 10 сантиметров. Это в принципе совсем не важно, то есть она легко подобьется под площадь. Тогда этот кусочек будет 3 см. Получается напротив него такой же самый в 3 см. Это означает, что этот кусочек тоже 3 см. А значит вся площадь выйдет 15. И все параметры у нас сходятся по рисунку. Но точно так же можно было сказать, что здесь 2 см. Тогда здесь будет 5 см. Площадь действительно 10, это 2 умножить на 5. Тогда здесь уже не 3, а 2 см. Здесь тоже 2 см. Тогда здесь 4 см, это 6 минус 2. И получается его площадь это 4 умножить на 5, то есть 20. Получая два разных ответа, подходящих под условия задачи конфигурациях, понимаем, что в ней просто недостаточно данных для того, чтобы дать ответ.